Тем не менее, ливню не удалось испортить всекубанский выпускной губернаторский бал, который прошел в выходные. Традиционное шествие вчерашних школьников в белых платьях и смокингах прошло на позитивной ноте. Наши корреспонденты расскажут о том, как в Краснодаре золотая молодежь отметила начало взрослой жизни. Пришли девчонки, стоят в сторонке, телефоны в руках теребят. Оно и понятно, в образе Наташи Ростовой не каждый день, поэтому эксклюзивные снимки тут же выкладываются в соцсети. А уж как без группового фото обойтись? Ведь на губернаторский бал попали только лучшие из лучших. 3000 самых успешных выпускников со всего края. Среди них 172 стобальники. Несмотря на строгий дресс-код, юноши в строгих костюмах, девушки в белых платьях в пол, некоторые возможность выделиться из толпы нашли. Один фасон, и у всех, вот видите, одинаковые поясочки. Но не у меня. А Северский район даже отличился. Вот. Впрочем, нашлись и те, что демонстрировали наряды с пользой для дела, оттачивали танцевальные па, без музыки и под моросящим дождиком. Хоть и разучивали танцы 3 месяца, а предела совершенству нет. Ну, конечно, мы волнуемся. Такой замечательный праздник, хоть и не погода, но все равно настроение яркое и солнечное. В небесной канцелярии настроение менялось каждую минуту. То срывался дождь, и Наташи Ростовой, подвернув платье, бежали под деревья, то тучи рассеивались, и они выходили из укрытий. До последнего момента вопрос о том, оставить шествие до Олимпа или поехать на автобусах, оставался открытым. В итоге традицию решили не нарушать. Всеобщего позитивного настроения не испортил даже ливень, который застал колонну уже в пути. Выпускники твердили, дождь в такой день – это хорошая примета. Хорошо, освежает. Такой дождь, но это все-таки как-то отличительно для 2015 года, потому что раньше всегда проводился выпускной в хорошую погоду. Так что мы выделились, мы выжили, мы пришли сюда. То ли прогулка под дождем, то ли зажигательная музыка разогрели, но на главном краевом выпускном танцевали все. Те, кому не досталось места на паркете, приплясывали прямо у своих кресел. Позади уроки, экзамены, переменки. Впереди, пожалуй, одна из главных перемен – начало взрослой жизни. Вы вступаете во взрослую жизнь. И какой она будет, ребят, на самом деле, все зависит от вас. Никогда не сдавайтесь, не падайте духом. Не прогибайтесь перед соблазнами и тяжестями жизни. Будьте сильны. Смотрите всегда вперед. Идите по жизни с высоко поднятой головой. Юбилейный 10-й бал проходил в знаменательный год для всей страны – 70-ю годовщину со дня победы в Великой Отечественной войне. Поэтому красной нитью через весь праздник проходила память о тех, кто подарил сегодняшним выпускникам мирное небо над головой. Главное действие разыгралось на паркете. Вчерашние школьники с гордостью демонстрировали танцы, которые разучили к балу – вальс, польку, квикстеп, жавь и другие. Глава края был с выпускниками на протяжении всего праздника. Когда стемнело, вместе с ними запустил в небо шары – символ начала новой жизни. Наблюдали салюты, даже делали селфи. Хэштег «Губербал2015» сейчас один из самых популярных в сети Инстаграм. Елена Морецкая, Анна Федорова, Евгений Валитов, Федор Гусев. Телекомпания «Краснодар».